Всем привет! Сегодня сделаем оригами Деда Мороза. Вот такой получается красивый Дед Мороз. Делается такой Дед Мороз легко. Получается он красивым. Такого Деда Мороза можно почепить на новогоднюю елку или кому-нибудь подарить. Или же просто сделать такого Деда Мороза для себя. Для того, чтобы сделать Деда Мороза, нам понадобится 2 квадратных листа бумаги, каждый размером 10 на 10 сантиметров. Но листы нужно, чтобы были с одной стороны красного цвета, а с другой стороны белого цвета. Если у вас таких листочков нету, их можно сделать самому, склеив 2 листочка при помощи двухстороннего скотча. Итак, берем один листочек красного цвета, один листочек белого цвета. Берем небольшую полоску двухстороннего скотча и приклеиваем скотч посередине листочка. Хорошо проглаживаем скотч. И теперь нужно снять белый листочек сверху. Сняли листочек, убираем листочек. Теперь берем оба листочка. Белый листочек ложим сверху. И теперь нужно поравнять боковые стороны, чтобы листочки ровно приклеились. Так, поравняли стороны, ложим и посередине проглаживаем, чтобы скотч приклеился. Теперь у нас есть листочек с одной стороны красного цвета, с другой стороны белого цвета. То же самое делаем и с другим листочком. Приклеиваем скотч посередине. Хорошо его проглаживаем. И сверху снимаем белый листочек. Убираем белый листочек, берем оба листочка, достаем белый листочек, ложим его сверху и ровно равняем боковые стороны, чтобы листочек ровно приклеился. Поравняли листочек, ложим и проглаживаем посередине. Теперь у нас есть 2 листочка нужного нам цвета. Также для оригами нам понадобится линейка, обычный карандаш, 2 фломастера, один красный, другой черный, и клей-карандаш. Возьмем первый лист и сделаем голову Деду Морозу. Для этого берем листочек, ложим его красным цветом вверх. Берем лист и складываем его по диагонали с угла в угол. Раскладываем листочек обратно. Теперь в другую сторону складываем лист по диагонали с угла в угол. Раскладываем листочек обратно. Теперь вот с этой стороны отступаем небольшую полоску и загибаем листочек. Загибаем небольшую полоску шириной приблизительно около 1 сантиметра. Хорошо наводим. Теперь вот с этой стороны отступаем полоску и снова загибаем такую же полоску бумаги, также шириной около 1 сантиметра. Загнули, наведем. Получается вот так. Развернем листочек вот таким образом, уголком вниз.
теперь вот этот уголок загибаем вот к этой линии. Наведем листочек. Вот этот уголок загибаем к началу листочка. Складываем и наводим. Переворачиваем листочек обратно. Теперь вот этот уголок загибаем к этой линии. Наводим. Получается вот так. Теперь вот этот листочек переворачиваем. И переворачиваем листочек на другую сторону. Теперь вот у нас есть уголок. И вот у нас есть уголок. Теперь берем линейку. Ложим линейку возле этих двух уголков. Берем карандаш. Вот мы положили линейку возле нижнего уголка и возле верхнего уголка. Вот у нас есть контрольные линии. Вот одна, вот вторая. И теперь по линейке от одной линии к другой линии проведем полоску. Убираем карандаш, убираем линейку. Вот у нас получилась контрольная линия. Переворачиваем на другую сторону. Теперь вот этот уголок загибаем к этой линии. Наводим листочек. Переворачиваем на другую сторону. Вот эту сторону загибаем на бок и ложим вот по этой контрольной линии, которую мы сделали. Так, загибаем листочек и равняем по линии. Так, положили листочек. И теперь хорошо его наведем. Получается вот так. Теперь вот эту сторону загибаем и ложим вот по этому листочку. Сложили листочек, хорошо его наводим. Получается вот так. Переворачиваем на другую сторону. Переворачиваем уголок. Вот у нас есть линия. Теперь вот этот уголок ложим на пол сантиметра дальше от линии. Вот так. Переворачиваем уголок. Ложим его на пол сантиметра дальше от линии. Наводим. Снизу отступаем буквально 2 мм и переворачиваем уголок обратно. Вставляем в середине совсем маленькую полоску бумаги. Хорошо наводим. Переворачиваем на другую сторону. Теперь вот этот листочек загибаем на бок и смотрим, как у нас будет выглядеть колпак Деда Мороза. Примерно вот таким образом. Немножко придавливаем, переворачиваем, ложим и наводим. Переворачиваем обратно. Получается вот так. И эту листочки вот эти можно сразу подклеить. Давайте разложим. Вот так. Поднимем листочек. Возьмем клей. Нанесем клей на листочек. Уберем клей. Переворачиваем. Приклеиваем. Теперь перевернем. Возьмем клей. Нанесем клей на листочек. Убираем клей и переворачиваем.
Теперь у нас получается вот такая голова Деда Мороза. Эту голову теперь нужно разрисовать. Для того, чтобы голову Деда Мороза разрисовать, берем фломастеры и рисуем ему два глаза, большой красный нос и рот. Теперь возьмем второй листочек и сделаем туловище Деду Морозу. Для этого ложим листочек красным цветом вверх. Теперь берем листочек и складываем его на бок вдвое. Раскладываем листочек обратно. Теперь в другую сторону складываем листочек вдвое. И снова листочек раскладываем. Теперь сбоку загибаем полоску бумаги, не очень большую. Вот так. Хорошо наводим. И с противоположной стороны загибаем такую же полоску бумаги. Также не очень большую полоску загибаем. Наводим. Получается вот так. Теперь переворачиваем листочек на другую сторону. И теперь боковые стороны загибаем центральной линией с обеих сторон. Переворачиваем листочек с одной стороны, ложим по центральной линии. Наводим. Таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Переворачиваем листочек и ложим его по центральной линии. И наводим. Получается вот так. Вот у нас есть центральная линия. Теперь по этой линии отгибаем листочек на бок. Начинаем от центральной линии и оканчиваем возле уголка. Берем листочек. Так я разверну, чтобы было лучше видно. Начиная от центральной линии, загибаем листочек и оканчиваем возле уголка. Вот так. Наводим. Получается вот так. С другой стороны делаем так же. Вот центральной линии к уголку загибаем листочек на бок. Начинаем от центральной линии и продолжаем к уголку. Так, сложили, наводим. Получается вот так. Теперь вот с этой стороны отступаем широкую полоску бумаги. Вот так. Ну и к этому месту загибаем вот эту сторону. Переворачиваем листочек. Опускаем. Равняем центральную линию, чтобы на обеих листочках она была на одном уровне. Теперь все придавливаем. И наводим. Получается вот так. Я разверну. Теперь этот листочек можно сразу приклеить. Перевернем, возьмем клей, наносим клей на листочек, убираем клей, ложим, снова перевернем и прогладим. Теперь у нас получается вот такое туловище для Деда Мороза.
Теперь нам осталось только приклеить голову к туловищу. Для этого возьмем клей, возьмем туловище и нанесем клей сверху на туловище. Убираем клей. Теперь берем голову и прикладываем голову сверху на туловище. Примерно вот так. Равняем таким образом, чтобы вот этот уголок был по центральной линии. Теперь все проглаживаем, чтобы клей приклеился. И теперь у нас получается вот такой Дед Мороз. Теперь этот Дед Мороз уже готов. Я надеюсь, что вам этот Дед Мороз понравился. Желаю всем успехов!